Первой женщине, главе Бийска Лидии Громогласовой, сегодня в Страстную пятницу присвоили звание «Почетный гражданин города». Решение было принято депутатами Думы. Процедура больше носила технический характер. Самой Лидии Афанасьевны на заседании не было. Возможно, что красную ленту и нагрудный знак она получит на одном из городских торжественных мероприятий, как это было ранее. С инициативой о присвоении почетного статуса Лидии Громогласовой выступили глава Бийска Александр Студеникин, Совет ветеранов муниципальной службы, а также Городской совет женщин, где Громогласова является председателем. В эти сложные для города и страны годы во всей полноте проявился твердый характер Лидии Афанасьевны как руководителя высокого уровня, собранность и целеустремленность, умение отстаивать интересы бийского на всех уровнях, преданность городу и умение защитить его позиции, воля и высокая ответственность, последовательность в решениях и, конечно, забота о людях. На любой должности, все 25 лет служения городу, она умела объединять людей, видеть цели и ставить задачи, слушать и слышать каждого бийчанина, видеть далеко вперед. Решение о присвоении Лидии Громогласовой звания «Почетный гражданин города» депутаты Думы Бийска сегодня поддержали большинством. Кто против? Воздержался? Решение принято. Отметим, Лидия Громогласова, проработав в муниципалитете четверть века, прошла путь от экономиста до замначальника финансового управления администрации и комитета по управлению муниципальным имуществом. Политическая карьера началась в 2004 году. Она стала первым заместителем главы. А в 2008 году Лидия Громогласова заявилась на выборы в местную думу. Несколько созывов возглавляла депутатский корпус и была главой города. Однако в 2017 Лидия Афанасьевна потерпела политическое поражение и проиграла очередные выборы. Уж слишком много критики было в ее адрес. Многие до сих пор помнят эпизод, когда город завалило снегом, и Лидия Афанасьевна всем, кому не нравится, предложила уехать на юг. При этом сама она остается предана Бийску. В настоящее время Лидия Громогласова возглавляет женсовет и является заместителем председателя общественной палаты. Добавим, что звание «Почетный гражданин города» является степенью отличия за заслуги в области научного, хозяйственного и социально-культурного строительства. Присваивается тем, кто своей выдающейся новаторской деятельностью внес значительный вклад в повышение эффективности производства, развитие города, а также добился выдающихся результатов. Новость о присвоении почетного звания Лидии Громогласовой вызвала большой общественный резонанс. И поддерживая решение, депутаты наверняка это понимали. Комментарии в социальных сетях – это одно. Сегодня мы спросили мнение горожан на улицах Бийска. Ну, что, достойная девушка. Нормальная. Я ее даже вообще не знаю. Не интересуюсь я ничем. Мне не нравится Лидия Громогласова. Она что-то знакомая фамилия, а когда она была? Не, я ее это не знаю даже. Ну, я думаю, как-то не очень это мне нравится это. Ну, она, мне кажется, мало для города сделала. Хотелось бы, чтобы побольше было у нее всяких разных дел. Мы рады, что женщина. Потому что все время мужчина. Но она много для города сделала. Что еще сказать? Не знаю даже, что сказать, но я бы не присвоила. А так почему? Что. А что хорошего сделано в городе, когда они были? Ну, говорите, что хорошего сделано. Ну, ничего сказать не могу по этому поводу вообще. Нет, я, честно, тоже ничего. Я даже не знаю ничего про нее. Я против. А почему? Ну, наслышано про трех поросят.